Значит, Шуранов Борис Михайлович задается следующим вопросом. Где представители вот этого зеленого цвета, который мы наблюдаем, когда смотрим на яблоко? Так это Шуранов, то есть, человек? Да. Ага. Он задается этим вопросом и рисует следующую вещь. Значит, у нас есть, скажем, какое-то ощущение, точнее, предмет ощущения. Предмет ощущения. Значит, ну, сенсорный сигнал, сразу напишу. Сенсорный сигнал. У него, конечно, все более подробно. Я самую выжимку, насколько я смог ухватить. И, значит, ощущение. Ощущение. И вот он показывает, что он показывает саму невозможность и непристойность задавания такого вопроса, где мы можем найти в разуме этот зеленый цвет, этот зеленый свет. Почему? Потому что он говорит, когда мы задаемся таким вопросом, мы на самом деле хотим увидеть вот такую картинку и сразу ощущение. Это предмет, да, там? Да, без предмета, то есть без предмета. Вот он в своих умозаключениях показывает, что вот эта ситуация запрещена, что мы ее не можем. Мы когда задаемся этим вопросом, где это зеленый свет, мы на самом деле выбрасываем сенсорный сигнал, мы его выбрасываем, а оставляем вот эти только вещи и все. И что такая ситуация, она нелогична и невозможна, и поэтому он решает вопрос тем самым, что показывает невозможность или там, скажем, логическую несостоятельность самого такого вопрошания. Ну, опять-таки, насколько я его понял. То есть там предшествовал достаточно подробные логические различные соображения на сей счет, но он довольно последовательно вот это дело показал. И когда вот он последнее, что вот он, и он дальше еще какие-то размышления приводил, но когда вот это он последнее озвучил, сразу стало мне, например, понятно его мысли, которые вот он высказывал. Здесь идея вот этой двухтактности, она тоже выражается в каком смысле? Вот если по вашей теории, когда я раньше думал, что имеется однотактный преобразователь, да, можно даже. Да, да. Ты что, куда хочешь сесть? Ты можно сесть. Давай. Значит, когда я раньше думал о вашем однотактном, как мне это оказалось, однотактном преобразовании, я всегда полагал, что эта ситуация, она справедлива и для естественного опыта, и для естественного мышления. Почему? Ведь мы же с одной стороны имеем объект, а с другой стороны переживание этого объекта. Ощущения этого объекта, они уже и теперь разнесены трансценденцией, они уже и теперь безносительны друг к другу. Следовательно, вот эта ситуация с теорией восприятия, она применима, и мы можем высказывать о том, что реальный мир существует, и предмет есть, и он в наличии, даже в том случае, если мы имеем вот этот трансцендентный переход от предмета к ощущению. Вот в чем какой момент. То есть уже даже на полях естественного опыта, моя основная мысль, это не моя, как бы уже многие философы говорили, даже на полях естественного опыта вот эта ситуация кажется невыносимой, при котором предмет как предмет научного мира, вот, например, перед нами стоит чашка, и это объект, реальный физический объект, а с другой стороны это мои переживания, и они уже здесь безносительны, в сущности они безносительны друг к другу. Вот такой основной момент. И поэтому нам требуется действительно двухтактное преобразование, которое бы преобразовывало вот это нечто в предмет, а потом этот предмет в ощущение. Здесь получается, мы разнесены с миром не одной трансценденцией, а двумя в этом отношении. Вот какая моя основная была мысль. Ну да, наверное, да. Да. Ну просто насколько можно говорить о мире? Ну, не знаю. Наверное, можно говорить о мире, когда вот я беру, до меня холодный носик вот этого пёсика дотрагивается, холодный носик. Ясно, что здесь-то как раз однотактное, я-то полагаю, что у некоторых чувства, они работают двухтактным образом, а некоторые однотактным. Например, вкус. Ты же знаешь горько, сладко, еще чего-то. Ты их различаешь,
Но объективация у тебя вперед, в некое такое своеобразное пространство, не происходит. Это все, что происходит, у тебя происходит как бы на языке. А, вот что я имел в виду Кант, когда все-таки пытался различить объективные ощущения от субъективных, там, вкус вина, ощущения там, он же тоже пытался да, это сделать. Да, там же не происходит это, значит, ситуации, картинки, что он полагается вовне. А когда я слышу, то я воспринимаю не колебания у себя на барабанной перепонке звука, а как некий звучащий предмет вне меня. Uh-huh. То есть я это полагаю как бы вовне и распределяю по некоему пространству, которое есть с точки зрения Канта, только моя способность определенного рода. Также и со зрением. А вот с некоторыми чувствами, как вкус вина, осязание, что-либо еще, у них вот этого второго такта не происходит. То есть объективации, погружения в мир, создания некого внешнего мира, а его как бы нет. Это интересный факт. Но вот похоже, что разные чувства работают по-разному. Поэтому очень интересно было бы понаблюдать, мне не очень интересно, за слепоглухими людьми. Потому что как у них восходит, как у них рожденные слепые и глухие. Да, слепоглухие. Как они воспроизводят вот эту самую штуку? Как? Что? Как для них представляется внешняя реальность? Да, вполне возможно, что осязание точно так же. Осязание тоже его может конституировать таким образом. У нас просто нет такого опыта. Но конституирует мир. Но вкус точно. Почему я говорю, что обжорство, кулинария и всевозможного рода дегустации, страсть к вкусной еде, это самая философская деятельность. Именно поэтому. То есть надо... Потому что один такт выпадает. Да, настоящий философ, чтобы познать окружающий мир, идет в гастрономический ресторан. Ну, русских этого лишены этой возможности. Потому что во всю Восточную Европу, по-моему, есть одна звезда Мишлен всего, и то где-то в Праге. Одна звезда? Это ресторан такой? Нет, это есть такой знаменитый путеводитель Мишлен. А, не знал. Вот. И он присваивает звезды. Угу. Рестораном и всем. Рестораном. То есть, если одна звезда означает, что если вы приезжаете к нему, то обязательно зайдите. Если две звезды, это означает, что вы можете свернуть со своей дороги туда и пообедать там. И три звезды отвечает, что вы можете даже предпринять самостоятельное путешествие, чтобы вот это туда быть. И они ходят тайно, их никто не знает. Но у любого ресторатора звезда Мишлен является культовым. То есть больше всего звезд Мишлена их в Токио, но трех Мишленных ресторанов больше в Париже. О, интересно. Вот, поэтому русские как бы эти лишены, поскольку у нас нет, уничтожена была большевиками гастрономическая культура, но российская. То есть российская высокая кухня, которая существовала в начале 20-го этого века, 19-го, она уничтожена. Вместо этого ребята попытались возвести в ранг высокой кухни кавказскую кухню. Ну, по-моему, гадость это редкостная просто, по большому счету. То есть просто когда уничтожили русскую кухню, воспроизвели его. Но очень важно понимать, что для настоящего философа именно дегустация всевозможных блюд – это самый философский способ проведения досуга. Получение непосредственных переживаний, ибо да. Они, по крайней мере, одного такта лишены. Ну, я-то как раз-таки считаю, что этот такт есть, но он просто пустой. Почему я так считаю? У всякого человека имеется интуиция, что тот предмет, который лежит подле меня, он лежит и существует независимо от меня, и независимо от дан, и что он был до меня. Вот какой основной момент. Что у всякого человека имеется такая интуиция, которую все-таки философ должен преодолеть. Но преодолеть я вот преодолеваю таким самым способом, что это просто такая специфика переживаний, специфика вот этого двухтактного, а на самом деле там целое подмножество будет тактов, конечно же, если мы не вертикально смотрим на систему, а горизонтально, неважно. В общем, что это результат вот этого двухтактного преобразования, мы получаем следующую ситуацию, что все эти переживания приходят в нашу познавательную способность с той претензией, будто бы они были до нас, как бы они сами имеют в себе такое свойство. Конечно. И они порождают вот такую интуицию. С одной стороны, мы тут же должны сразу, будучи философами или философствующими, которые должны поглядеть на все остальные интуиции, интуиция свободы, интуиции души, и также их препарировать, с одной стороны. Но это уже тема отдельных, видимо, обсуждений.
Вот. А с другой стороны, кажется, что все-таки, если я трогаю себя, или трагиваюсь к себе, или же получаю какие-то другие непосредственные такие ощущения, что этот такт имеется, ибо все равно все эти ощущения говорят о том, что это какое-то внешнее, это нечто внешнее, что к нам привступило. Поэтому какой-то такт есть, но он может быть просто быть пустым как таковым, в себе не нести содержательной данности, как если бы мы наблюдали медный шар. Вот. Я как раз-то вот так думаю. Ну, это, наверное, да. То есть он действительно приходит вместе со своей онтологией и полагает себя как нечто существующего вне нас абсолютно. Вообще говоря, интуиция внешнего мира, она откуда берется? Ну, откуда-то берется, наверное. Ну, вот я полагаю, что это нужно изыскивать как раз-таки вот в этом двухтактном, это сущность. Просто надо разбираться, насколько интуиция внешнего мира, насколько она не противоречива. Не является ли она некой иллюзией просто-напросто для нас. Ну, такой же, как мир, душа, известные кантовские иллюзии. Вот эти самые вещи. Вот. И далее, если бы мы помыслили на вот наши философские исследования, мы все-таки, если какой-то план приблизительно накинуть, на что нам нужно смотреть, чем, на что обратить внимание, все-таки, как бы это могло бы выглядеть? Я тут о чем имею в виду? Что восприятие мы можем понимать в узком смысле, которым понимает его психофизиология всякая, и в более широком смысле. Ведь психофизиология понимает восприятие как восприятие внешнего мира, не наших переживаний, не наших ощущений, не наших мыслей, не наших суждений, а только восприятие внешнего. Ну а на полях философского дискурса мы же должны и в узком смысле в этом понимать, и все-таки в более широком смысле, при котором предметом восприятия является не только внешний мир, но и наши собственные какие-то вещи, которые во внешнем мире не имеют никакого онтологического статуса. Вот. И поэтому можем ли мы так полагать восприятие или нет, как вы считаете? Ну можем, наверное, можем. Если так, получается, здесь такой своеобразный план может нарисоваться в том смысле, что с одной стороны, для нашего восприятия мы воспринимаем внешние вещи, но также воспринимаем наши мысли. Стало бы, для нашего восприятия, они в каком-то смысле, для какой-то части нашего восприятия, эти вещи должны быть тождественны друг другу. И внешние, и внутренние, хотя бы они были безносительны принципиально друг другу. То есть для нашего восприятия они должны быть каким-то образом имманентны для какой-то части нашего восприятия, с одной стороны. И далее, если двигаться, то если мы спускаемся дальше по схеме, мы можем получить и следующее обстоятельство, что мало того, что все эти вещи должны быть имманентными для нас, а на каком-то уровне и то, что воспринимает, должно быть уже имманентно всему тому, что оно воспринимает, что оно опосредует. Здесь мы восходим к проблеме, к всеобщей проблеме, опосредование, вообще говоря, опосредуемого и опосредования.